Первые зарядили детей и взрослых позитивом на все лето. В День защиты детей в Чебоксарах прошел фестиваль «Движение первых». Старт грандиозному празднику детства и юности дали в Москве. На площадке ВДНХ была и делегация из Чувашии. Фестиваль собрал более 5 миллионов участников по всей стране. Подключиться к нему можно было и онлайн. На прямую трансляцию с Москвой вышли и дети из республики. Чебоксары, вы машите! И начался он дружно, ярко, красочно. Фестиваль движения первых – незабываемое событие для жителей Чувашии. Праздник радости и веселья прошел с мастер-классами, различными интересными играми и конкурсами, розыгрышем призов, яркими творческими номерами. Наш номер называется «На встречу к звездам». Я являюсь участником движения первых. Для меня это большая честь. Очень нравится, я очень рада. И я хочу, чтобы такие мероприятия проходили очень много раз. Наш танец называется «Цыганочка». Я очень рада присутствовать на этом фестивале, потому что для нас, живых коллективов, мы всегда первые. На территории парка работали интерактивные площадки по разным направлениям – экологическое, патриотическое, здоровый образ жизни и другие. Широкую программу разрабатывали активисты, чтобы сделать этот фестиваль масштабным и креативным. Российское движение детей и молодежи – это такое объединение, которое помогает сплотиться всем ребятам. Здесь я встретил множество своих друзей из разных уголков нашей необъятной республики. Лично для меня – это большая, огромная семья. Это такое мощное, масштабное движение нашей страны, которое активно развивается во всех регионах нашей необъятной страны и активно шагает как в больших городах, так и в маленьких поселках. День защиты детей – это напоминание взрослым о том, как важно обеспечивать заботой наших детей, какое важное значение имеет подрастающее поколение для будущего нашей страны. Каждый ребенок достоин того, чтобы его мир был полон чудес и счастья. Поделилась начальник управления главы Чувашии по молодежной политике Александра Бочкарева. В Чувашской республике созданы все условия, чтобы каждый ребенок чувствовал себя счастливым, чтобы мог проявить любые свои таланты. Он получает современное качественное образование и медицинскую помощь. Он способен реализовать свои желания и планы. На данный момент в Чувашии более 4500 участников движения первых. Открыто 131 первичное отделение на базе образовательных учреждений и в молодежных центрах. Это еще не предел. Движение первых активно развивается как в нашем регионе, так и по всей стране в целом. Все готовы? Да! Я в движении! Мы в движении! Мы в движении! Всегда в движении! Надежда Морозова, Борис Андреев, Республика.